Давайте я сейчас забью последний гвоздь в крышку гроба эволюционной теории Дарвина, космической механики, теории гравитации, формы Земли и всего остального, что нам говорит официальная наука. Откуда вообще вы все это знаете и почему вы в это верите? Вы это знаете потому, что вам об этом рассказывали в школе. Но ведь в свое время вам и о женщинах много чего рассказывали. Но после того, как вы выросли и сами столкнулись с реальностью, оказалось, что практически все, что вам рассказывали о женщинах, не соответствует действительности. Вы в это верили до тех пор, пока не проверили сами на собственном опыте. Но ни одну из тех научных теорий, о которых вы мне здесь рассказываете, вы сами не проверяли. Вы не видите здесь параллели с вашими знаниями о женщинах? Или женщины – это другое? Но ведь женщина – это тоже часть окружающего нас мира. Тогда почему вы не допускаете мысли о том, что если по поводу женщин вас вводили в заблуждение, то и по поводу всего остального вас также могут наебывать? Кто-то может мне задать вполне логичный вопрос, а зачем им это нужно? И ответ на этот вопрос очень простой – для управления вами. Тот, кто владеет реальной информацией, тот управляет миром. Поэтому глупо предполагать, что тот, кто вами управляет, заинтересован в том, чтобы вы знали правду.